Здравствуйте, всем добрый день. Спасибо большое, что присоединились к нашему вебинару сегодня. Меня зовут Дания. Я менеджер по развитию бизнеса в отеле «Интига», и сегодня мы проведем такой небольшой вебинар с вами. И в конце у нас также будет розыгрыш приза, поэтому, пожалуйста, оставайтесь с нами и слушайте внимательно. Я бы хотела вам начать с того, что мы открыли первый отель «Индиго» в регионе Ближнего Востока. Всего насчитывается более 100 отелей по всему миру. Мы принадлежны компании «Интерконтиненталь». Также, если вы, наверное, знаете, есть «Индиго» в Санкт-Петербурге. И сама концепция отеля в каждом... То есть в каждом месте, где он открывается, это рассказать историю того места, где оно было открыто. То есть в нашем случае, то есть дизайн и все то, что находится в отеле, будет связано как-то с историей Дубая. О чем я сейчас вам расскажу. То есть даже если... как только вы заходите в отель, вы уже оказываетесь в абсолютно каком-то другом крутом месте. Мы позиционируемся как первый арт-бутик-отель в Эмиратах. То есть вы буквально оказываетесь в музее, где полными разных произведений искусства, картин, художников, то есть и современных художников, и местных художников. То есть, на самом деле, отель как буквально вот галерея. У нас также есть свой куратор по искусству, то есть арт-менеджер. Она также проводит туры в отеле. Эти картины, получается, выставляются на продажу. И вот здесь как бы небольшая такая предыстория. Мы открылись только в октябре 2020 года. То есть отель абсолютно новый. Мы находимся в буквально пешей прогулке до Дубая Молла, занимает около 7 минут пешком на машине, то есть вообще, в принципе, в 2 минутах можно дойти. Здесь вы можете посмотреть место расположения, аэропорт буквально в 10 минутах, Бурдж-Халифа, то есть там же, где и Дубай Молл, то есть все очень-очень близко. Также у нас сейчас ездит шаттл-бас, автобус до пляжа Ля-Мер один раз в день пока что. Мы выезжаем в 10:30 утра и приезжает обратно автобус в 4 часа дня. То есть он бесплатно идет для наших гостей, поэтому насчет пляжа тоже не переживайте. Также сейчас я бы хотела перейти на небольшое видео, чтобы вы тоже смогли вот понять, о чем я сейчас буду рассказывать вам. Так, секундочку. Видео загружается.
Так, если у кого-то не работает видео, то вы также можете просмотреть его по ссылке, которую вот скинули в чат. Также, как я уже говорила, у нас в отеле представлено более 200 произведений искусства. Мы в партнерстве с такими известными фондами в Эмиратах, как Al-Sirkal Foundation, разными галереями всевозможными. И также хотелось бы обратить внимание на нашу дизайнерскую мебель. То есть у нас есть сотрудничество с мебелью из Италии Моросо, то есть очень дорогая, шикарная мебель, которая у нас представлена в каждых комнатах, перламутровые ванны. То есть весь отель – это вот на самом деле буквально как галерея, музей. Сейчас мы посмотрим с вами комнаты. То есть даже стены, то, что вот вы видите, это все было сделано для нас. Это были специальные приглашенные фотографы, которые делали эти фотографии, и потом каждая комната будет немного отличаться от другой. Также вот вы видите тоже на фотографии кальян-лампа. Она также выставлена на продажу. То есть каждая деталь и мебель была специально сделана для нас. В общем, вот в отеле представлено 269 номеров и люксов, из них 79 номеров двухместных. И сейчас пройдем на слайд стандартной комнаты. Вот так выглядит, получается, наша стандартная комната King Bed. Все стандартные комнаты выходят с таким вот шикарным видом на Дубай канал. Размер начинается с 28 квадратных метров и выше, уже в зависимости от категории, но большинство все-таки комнат идут как стандартные номера. Также они, у нас очень много интерлидинг номеров, то есть номеров, которые то есть они как связаны, но там есть небольшой вестибюль между комнатами, мы продаем как семейные номера, как в качестве пакета. То есть он состоит из одного стандартного king номера и также стандартного twin номера. Балконов у нас нету, к сожалению. Мы также пытаемся, как позиционируемся как отель не курящий. То есть у нас, если кто-то, допустим, захочет покурить, то они должны выйти на террасу. В каждом ресторане есть терраса, в принципе. Поэтому также у нас представлена шиша, кальян в наших двух ресторанах, поэтому не переживайте. Эта комната уже идет в следующей категории «Делюкс». Это уже комната идет с трехместным размещением, где можно поместить дополнительную кровать. Она уже идет побольше, 40 квадратных метров. Также вот вы видите, что дизайн немного отличается в каждой комнате. То есть обычно, когда мы работаем с туроператорами, то есть у нас идет в контракте стандартная комната делюкс и семейная комната. Вот, это получается уже у нас свита, называется Junior Suite. Уже идет 60 квадратных метров, очень просторная, то есть даже ванна уже идет, будет побольше. Но опять же хотелось обратить ваше внимание, что все почти номера в отеле, то есть у них такой панорамный открывается вид на Дубай-канал. Мне кажется, он просто вообще прекрасно, потому что даже те комнаты, которые их всего лишь не так много, которые выходят с видом на город, там, то есть там тоже открывается очень красивый панорамный вид на Шейх Заид Роуд. Сейчас переходим в секцию ресторанов и баров. Это, получается, наш главный ресторан называется «Сезам, откройся». Тут представлена средиземноморская кухня и кухня Ближнего Востока. То есть здесь мы сервируем завтрак, обед, ужин. Завтрак, как написано, по принципу шведского стола. Также возможно обслуживание а-ля-карт на завтрак. У нас
свежая выпечка, то есть свежевыжатые соки. Также в меню расписан колораж каждого блюда для тех, кто следит за питанием. И есть свой кофе от компании Coffee Rider. И он, наш кофе выращивается на эксклюзивной ферме в Бурунди, в Африке. И вообще все наши вот баристы, которые работают у нас, они участвуют в каких-то конкурсах международных, то есть как лучшие баристы там, в регионе. Поэтому кофе у нас отменный. Так, сейчас я буду вам рассказывать про наш следующий ресторан. Он называется Off the Wall. Так, слайд загружается. Вот, это наш дизайнерский бар, где будут проводиться разного вида мероприятия, то есть Ladies Nights, будет играть живая музыка. Тут представлены авторские коктейли, азиатская стрит-стайл кухня. Также будет играть диджей. И вот, получается, он открывается с 5 часов вечера до 2 утра. То есть тут вообще такой уникальный дизайн, и он полностью передает вот атмосферу района Аль-Сатва в Дубае, который... В общем, это такое историческое место, где было впервые разрешено граффити в Эмиратах, поэтому вот в честь Аль-Сатвы и дизайн этого бара, соответственно. Так, здесь это наш бар у нашего бассейна, называется Orange Fields, то есть такая шикарная панорамная терраса. Здесь также у нас играет диджей, представлены закуски, кальян. И вот коктейли все основываются на напитке апероль. То есть такая тематика нашего бара. А также хотелось бы сказать, что даже кальян вообще, в принципе, вот в Эмиратах, насколько вот я знаю, здесь уже живу уже довольно давно, то он идет обычно здесь очень традиционный, то есть не такой, как в странах СНГ, то здесь у нас то есть очень-очень такой современный, классный кальян и очень много русскоговорящих вообще официантов и ресепшионистов, то есть по поводу то есть языкового барьера вообще не переживайте. У нас буквально вот в каждом ресторане есть кто-то русскоговорящий. Вот Багала Джуз, это наш фреш-бар, где мы делаем свежевыжатые соки. Также у нас есть разные детокс-программы, как я уже говорила, что отель очень сконцентрирован, то есть очень, ну, у нас, в общем, очень много внимание уделено именно здоровью, вот детоксу, то есть колораж, здоровое питание, также фитнес-тренер, мы к этому перейдем скоро. Также тут у нас расположен концептуальный магазин, где продаются сувениры, которые сделаны тоже местно, местными разными семьями, художниками, и представлена книжная библиотека. Тут вот спрашивают стоимость коктейлей и фреша. Это получается, ну, в принципе, для Дубая очень хорошая цена, мне кажется, стоит, начинается с 15-20 дирхам. Это где-то, если в доллары переводить, около 4-5 долларов, в зависимости уже от фреша. Но тут уже на любой вкус, то есть можно, в принципе, то есть как уже в силах вашей фантазии, просто если попросить бартендера, то он вам сделает. Вот, то есть также из консультального магазина у нас также идут продажи вот картин, о которых говорила ранее, и разного рода сувениров. То есть это очень-очень красивое место. И даже ковры, вот, которые вы видите на фотографии, то есть у нас есть коллаборация с дочерью шейха Фатимой. Она открыла свою фабрику по производству ковров в Афганистане, чтобы помочь вот как-то афганским женщинам, которые вот потеряли, допустим, мужей или как-то вот источник дохода
в связи с их ситуацией, то она открыла эту фабрику там, и то есть они это все делают вручную, и у нас вот много таких инициатив, на самом деле, в отеле, которые как-то помогают малым, то есть, не знаю, меньшим сообществом, то есть либо как-то у нас вот есть коллаборация с фабрикой в Африке по кофе зернам, то также тут у нас вот партнерство вот такое с Афганистаном. Кальян в данный период разрешен, то есть у нас единственное, что в Дубае сейчас не, как сказать, закрыли пока временно, это бары, то есть именно рестораны с лицензией баров, то есть рестораны, у которых даже где как представлены бары, но у них другая лицензия, они еще открыты. Но вот именно, допустим, в нашем случае первый бар, который я показывал, он пока временно закрыт, вот в связи с ситуацией до... Ну, мы надеемся, что через пару недель уже его откроют. Так, сейчас переходим... Так, да. У нас получается в отеле, так как мы открылись только в октябре 2020 года, у нас был открыт фитнес-зал, где мы также... у нас есть отдельная йога-студия. У нас проводились раньше классы групповые по йоге, под разным, в общем, как буткампы мы их называем, аэробика, то сейчас пока из-за ситуации их не проводят, но персональный тренер также есть, то есть он тут почти каждый день, то есть в любое время поможет с какими-то фитнес-программами, с программой по питанию. И студия йоги, так как сейчас там не проводятся групповые классы, то есть там можно, допустим, сейчас просто у нас гости приходят и занимаются отдельно. Вот, это наш 25-метровый открытый бассейн. У нас также есть лежаки, шезлонги, бар на террасе, про который я вам рассказывала. И бар, получается, открывается с 10 утра, а бассейн с 7 утра. То есть, в принципе, как бы, если кому-то что нужно, то можно всегда что-то заказать. У нас, мы продаем и сервируем алкоголь в каждом из наших баров и ресторанов. Так, еще хотелось бы также рассказать про то, что мы приветствуем домашних животных в нашем отеле, что тоже очень такая большая редкость в Эмиратах. Поэтому если у вас будут какие-то гости, которые заинтересованы остаться с домашними животными, то у нас просто есть созданы все для этого условия. То есть они могут находиться во всех террасах ресторанов. И также у нас есть этажи, которые посвящены, которых только возможно расселение с домашними животными. И если кто-то против, то есть отдельные этажи, где они не разрешены. Вот, и, также, если кто-то захочет остановиться животным, то у нас есть, то есть мы предоставляем кроватку отдельно, и еду, то есть миски для еды, воды, игрушки и так далее. Метро находится в Дубай-Моле ближайшее, то есть в 7 минутах ходьбы, можно сказать, от отеля, или в 2 минутах на машине. Доплата за животное выходит 200 дирхам за весь, за все время пребывания. То есть если вы даже у вас будете 15 дней, то всего лишь 200 дирхам, и вы сможете заселиться животным. Вот. На этом как мы заканчиваем пока презентацию. Хотелось бы услышать больше вопросов от вас. Пожалуйста, задавайте. Через пару минут тогда мы перейдем уже к самому розыгрышу.
Окна, они открываются на проветривание, то есть у нас есть, ну, как, наверное, во многих в зданиях Дубая есть такая, существует такая проблема, на самом деле, что есть только кондиционер, который работает практически круглосуточно, но окна не открываются. Для молодоженов мы можем вообще без проблем организовать как ханимун пакет, то есть с специальной, то есть декор комнаты, там, розы, лебеди на кровати из там, полотенец. И, ну, такие стандартные вещи. То есть у нас также открывается спа через вот, буквально 10 дней. Поэтому я думаю, что мы также включим какие-то еще специальные, может быть, скидки или пакеты специальные для молодоженов. Депозита нету. До пляжа Ля Мер у нас получается 15 минут на машине. Сейчас у нас есть шаттл пас, который выезжает один раз в день в 10:30 утра бесплатно для наших гостей до пляжа Ля Мер. Ну, я думаю, что мы можем уже перейти к розыгрышу. Тогда, получается, победителя выберем из тех, кто ответит первым правильно. Будем разыгрывать проживание на 2 ночи в нашем отеле, которое можно будет использовать в течение года на 2 человек с одноразовым питанием. Значит, вопрос такой. Хотелось бы спросить, кто внимательно слушал. Сколько произведений искусства представлены в нашем отеле? Так, отлично. Из того, что я вижу, первым ответила Людмила. Людмила Мишланова. Ну, все отлично, значит, мы уже выбрали победителя. Если что, то позже администраторы смогут пересмотреть еще раз эфир и еще раз подтвердить имя победителя. Я также еще оставила контакты, вот в чате в самом начале закрепила. То есть если у вас будут какие-то любые вопросы, то обязательно пишите мне на e-mail. А также вот тут писали наш Instagram и ссылка на наш сайт. Обязательно посмотрите. Мы, то есть у нас сейчас очень много, на самом деле, гостей из стран СНГ, им все безумно нравится. Еще хотелось бы отметить, что мы четвертый в TripAdvisor по рейтингу, из 700 отелей в Дубае мы четвертый. То есть у нас просто из-за того, что такой, знаете, бутик, отель, такая атмосфера, можно сказать, даже семейная, то все гости как-то вот прям нам становятся как родные. У нас безумно-безумные хорошие отзывы от наших гостей, все хотят всегда возвращаться, так что сервис отменный, можете сами посмотреть, что TripAdvisor, мы номер 4, мы очень этим гордимся, так как мы открылись только в октябре 2020 года. Все, всем большое спасибо за внимание. На этом мы заканчиваем. Если что, вдруг пишите мне, пожалуйста, на e-mail или можете писать нам в Instagram также. Всем спасибо. Хорошего дня.